У десятиклассников 17-й школы необычный урок. Классный руководитель учит ребят, как не стать жертвой буллинга, а еще не попасться на уловки мошенников, которые в последнее время развернули бурную деятельность, и подобные преступления уже вышли на первый план среди прочих правонарушений. Во всех организациях образования страны начинаются уроки безопасности. Занятия проводятся еженедельно, по 10 минут в рамках классного часа. Уроки разработаны, учитывая возрастные особенности и уровень развития детей, чтобы не только повысить их осведомленность, но и научить правильно действовать в различных ситуациях. Уроки внедрили, начиная с детсада. Дети старших групп изучают номера экстренных служб, им рассказывают, какую опасность могут представлять открытые окна, а еще их учат, как правильно себя вести на игровых площадках и аттракционах. Для школьников начального звена темы уже другие. Безопасность на водоемах, как действовать при встрече с незнакомыми людьми и как себя вести, если поблизости оказались бродячие собаки. Для средних классов еще усложняются темы, и это темы занятия по темам опасных челленджей. Как уверенно и безопасно отклонить приглашение чужого человека, как избежать опасных объектов на улице, кибербуллинг, способы защиты от него, важность доверительных отношений с родителями, опасные увлечения в интернете, а также права и обязанности ребенка. Уроки безопасности проводят и для первокурсников колледжей, и для старшеклассников школ, которые уже почерпнули на занятиях важную для себя информацию. Они очень полезны, поскольку в наше время нужно всем донести, как нужно вести себя в таких ситуациях, как нужно вести себя с незнакомыми людьми в интернете, ну и, в принципе, когда вашей безопасности что-то угрожает. То, что не нужно доверять всяким мошенникам, которые звонят по телефону, которые приходят домой, представляются лицами государственными, нужно говорить родителям об этом. Я научился тому, какие бывают виды буллинга, как от них избавляться, как действовать против них, как вести себя против мошенников. Вся программа по урокам безопасности выстроена так, что все темы периодически повторяются в течение учебного года. Таким образом, надеются педагоги, дети смогут максимально усвоить материал, и если в жизни они окажутся в сложной ситуации, то будут четко знать, как действовать. Ульжас Есенжигитов, Валерий Тощев, Елена Щегельская, РТН.